чтобы захватить такие настоящие горы, у нас не очень-то получится, потому что, ну, каждое из этих направлений — это отдельный курс, который, в общем, есть отдельная даже специализация. В общем, вести вас настоящий маршрут, он должен действительно тот, этот маршрут проходил. Чем мы с вами займемся? Мы попробуем вот так первые прикидки осознать, а что же там. И начнем мы с совершенно с такого напоминания того, чем закончился прошлый семестр по анализу, а именно с теоремы дифференцирования, теоремы об обратной функции, теоремы о неявной функции, гладких поверхностях. Мы поговорим с вами, что это такое, что такое касательно пространства гладкой поверхности. И после этого обсудим понятие гладкого многообразия. Вот прям так, чтобы не отходя от карты, сразу вот ввести некий основной объект. И после, прям постараемся, может быть, уже сегодня доказать простенькую теорему вложения, а именно, несмотря на очень абстрактное общее определение гладкого многообразия, окажется, что, в общем-то, ничего, кроме гладких поверхностей, у нас нет. Вот, а гладкая поверхность — это локально почти то же самое, что и РЭМ. Ну, почти — это большое почти, не то, что так сказать. Это, здесь за этим скроется много чего, что скрывает, что, так сказать, может быть, и не стоило скрывать. Но, тем не менее, вот это такой план сегодняшней лекции, а глобально, ну, сегодняшний, может быть, начало следующий. А глобально план такой. Смотрите, математический анализ, он устроен так, что это как бы две таких идущих навстречу дороги. Значит, вот одна — это дифференцирование, а другая — это интегрирование. А когда они встречаются, их связывает формула Ньютона Лейбница. Вот мораль в чем. И, собственно, так оно и происходит. Везде, где вы обсуждаете анализ на многообразие, будет происходить все то же самое. Мы с вами будем двигаться одной дорогой, все время развивая какие-то дифференциальные концепции. Потом нам, вот, например, сейчас мы начнем говорить дифференцирование. Но после этого мы поговорим, как вот устроено, значит, что мы знаем про дифференцированное. Функции, какие объекты рождаются геометрически из этого. Мы остановимся, начнем говорить про интегрирование. Причем в такой самой его школьной концепции, а именно об интегрировании Красном, интегрировании Римана, потому что именно этот подход наиболее естественным образом возникает, когда вы будете пытаться восстанавливать по дифференциалу функцию или интегрировать дифференциальные формы. Значит, опять же, тут мы поговорим в основном о двух вещах, о теореме Фубини и о формулы замены переменных, потому что это два таких вот, ну, просто краеугольных камня. Затем мы вернемся на поверхности и поговорим о том, как интегрировать на поверхности. И тут будет небольшой разговор про общую конструкцию мерка Ротрадори и ее адаптацию, а именно к промеру Лебега и меру Хаусдорфа, что позволит нам проинтегрировать, понять, что такое, понять не просто, вот смотри, формула — это площадь поверхности, а понять, как это возникает из каких-то естественных геометрических конструкций. Значит, затем мы докажем формулу площади, которая одновременно будет являться обобщением и теоремы Фубини, и теоремы формулы замены переменных, и которая полностью нам объяснит, что вообще надо делать, чтобы найти вот площадь поверхности, и вообще что надо делать, чтобы проинтегрировать нечто по поверхности, как этому придать смысл. Ну и закончим мы, может быть, тем, что обсудим, что такое мера Хаара, не обязательно уже на многообразии, на топологической группе компактной докажем, может быть, ее существование, ну и заодно вот некий рецепт получим, как можно устроить теорию представления в одно касание, если есть мера Хаара. Значит, вот это будет опять, да, мы проинтегрировали, потом мы поставим точку и скажем, ну вот, вернемся обратно к дифференцированию. И вернемся вот к чему. Значит, первый разговор про многообразие мы закончим касательным пространством. А вот после интегрирования мы вернемся к касательному пространству, к касательному расстоянию так называемому, и поговорим про векторные поля. А именно поймем, как они связаны с дифференциальными уравнениями, как они связаны с группами симметрий, поговорим, как там возникают так называемые скобки Ли, как это приводит к описанию свойств этих векторных полей. И постараемся, если получится, доказать теорему Ли об интегрированности в квадратуру, которая есть некая вершина вот этого вот всей этой надстройки. Значит, затем мы опять поставим точку, но не остановимся в изучении дифференциальной структуры, а начнем обсуждать другой взгляд на дифуры, а именно
взгляд со стороны дифференциальных форм. И придем к тому, что такое дифференциальная форма. Обычно не для этого, просто до этого мы обсуждаем касательное пространство, а будем обсуждать кокасательное. Вот, очень такой, ну, естественная структура, которая есть на многообразии. И мы с вами в основном, ну, как обычно в курсе анализа, обсуждаем, что это такое и простейшие с этим действия, не вдаваясь в какие-то очень глубокие утверждения. Но и здесь мы поднимемся до некоторого факта, и мы докажем знаменитую теорему Фрабениуса, докажем ее двумя способами и с помощью дифференциальных форм и на языке векторных полей. Это позволит, так сказать, ну вот осознать, что же происходит, что это все означает. Вот. А дальше опять надо интегрировать. И вот уже интегрировать надо для чего? Для того, чтобы двигаться в направлении формулы Ньютона-Лейбница. Для этого надо, ну понятно, что вот чтобы восстановить функцию, надо интегрировать дифференциал. Вот для многих вещей оказалось полезно интегрировать дифференциальные формы. Спрашивается только, почему их интегрировать. Ну и вот тут нам попросту очень естественная концепция. Все более-менее понимают, что такое работа векторного поля вдоль пути. И поэтому в большинстве не возникает трудности, ну или как остановить функцию по дифференциалу, это проинтегрировать по некоторой кривой. Окажется, что естественное обобщение кривой — это цель. И вот тут мы сделаем некую остановку и поговорим, как немножко влезем в топологию, но как, так сказать, влезем не так, как это бы сделал тополог, и как бы это сделали в каком-то таком курсе топологии, а влезем в своей колокольни, что вот у нас естественно появился объект, а именно цепи, на них можно вести структуру Абелевой группы, и оказывается, что вот эта вот чистая формалистика, просто некие вот, ну, совершенно вы увидите, они даже чисто геометрически какие-то, ну прям вот что называется, что выдумал, то и написал. А, значит, оказывается, что они содержат кучу информации про многообразие. Эту информацию можно использовать для разных целей, доказывая разные хорошие утверждения. Да? И это будет еще, мы даже интегрировать по ним не стали, а это уже появилось. Затем мы проинтегрируем дифференциальную форму по цепи. Значит, докажем первый вариант теоремы Стокса, а потом окажется, что мы рассмотрим, что это дает с точки зрения так называемых кодомологий Дерама, и мы поймем, что это просто такая дуальная конструкция, что есть цепь, есть коцепь, и эта коцепь задается просто интегрированием, значит, кодомология задается интегрированием по цепи дифференциальной формы. Вот это вот совершенно замечательная вот эта вот такая конструкция, которая объясняет взаимосвязь этих объектов, оба объекта, естественно, возникают в математическом анализе. Вот. Опять же, мы там не полезем куда-то, не будем там, можно курсы читать по каждому из разделов, но пообсуждаем, как устроены деформы, пообсуждаем когомологии Дерама на многообразии, еще раз для многообразия, естественно, докажем теорему Стокса. Она так вот получается, что ее как бы две ипостаси есть, одна для цепей, другая для многообразия. И затем поговорим в какой-то мере строго, в какой-то, ну, насколько нам хватит, значит, сил, о том, как связаны когомологии Дерама и вот сингулярные гомологии, которые делаются по цепям. Опять же, не цель читать вам курс по теории гомологии, тогда его читать надо там немножко, начиная с других соображений, а для того, чтобы те объекты, которые в анализе есть, заняли у вас в голове правильное положение, чтобы вы понимали, какие ростки отсюда появляются, в какие стороны дальше вы двигаетесь. Вот. Если после этого остается время, мы разговариваем про гладкие отображения многообразий, про теорему Сарда и про теорию индекса, что является очень красивой наукой. Может быть, мы о ней пораньше поговорим, посмотрим, если нас в тоску будет какие-то увидеть. Вот. И если останется время, что уже сильно, так сказать, под вопросом, это мы поговорим про такие элементы гармонического анализа, про жизнь Фурье, преобразование Фурье и про пространство Соболева. Но это вот такой будет, это немножко отдельно стоящее, конечно, связано с многообразиями, можно и жизнь Фурье воспринимать как кусок теории представлений там в группах Ли. Но, грубо говоря, вот это некий такой отдельно стоящий кусок, который вот наконец здесь останется время. Значит, как курс читается так же, как обычно, как предыдущие два семестра, значит, я читаю вначале лекцию, мы с вами что-то на ней обсуждаем, висит уже, я так понимаю, листочек по, значит, задачами. Там задач будет меньше, чем в том семестре, чтобы у вас было больше шансов их порешать. Значит,
задачи будут такие, они будут интерполировать между анализом, дифурами, геометрией, вот, вот как бы так, чтобы вот немножко разъяснить. На самом деле вот цель курса лично для меня в первую очередь в том, чтобы вот, ну, вот разъяснить некоторые основные объекты, которые встречаются, когда вы начинаете работать на многообразии, не вдаваясь в геометрию. Мы не будем обсуждать никакие кривизны, никакие там Эйменовы метрики и прочие радости жизни. Значит, это все для этого есть отдельная наука, и она как бы это уже не анализ на многообразии. Вот такой план действий. В принципе, если у вас есть какая-то тема, которую вы считаете, что ну, круто бы разобрать, у нас был опыт такой, мы иногда разбираем по заказам слушателей, что называется. Вот. Значит, но это вот по мере развития курса. Ну и все, потом будут понимающие, сегодня не факт, что будет много понимающих, потому что уже двое мне написали, что сегодня они не могут, но кто-то наоборот подтвердил, что может. Поэтому шанс есть. Вот, это значит общий обзор курса. Ну а начинаем мы прям, что называется, от печки. А именно, давайте вспомним, что такое гладкая функция. Вообще дифференцированная функция. Вот функция из РНЗ. Что значит, что она дифференцированная в точке А? Ну, все же изучали в каком-то виде анализ. Значит, знают, что это означает буквально следующее. Что если мы посмотрим превращение этой функции, то это превращение должно начинаться с линейной части. Значит, здесь, ну, можно даже написать L от H, чтобы не было поздно. Плюс O малое от нормы H. Значит, норма у нас Евклидова, Vn. Норма x это корень из суммы x1 в квадрате плюс xn в квадрате. Значит, также я напомню, что значит, L от h известно, какой бит имеет. Это df по dx1 в точке А на h1 плюс так далее плюс df по dxn в точке А на hn. Значит, набор частных производных. Собственно, ну, называется вектор градиента. Значит, вот дифференцированная функция. Вместе с дифференцированной функцией можно рассматривать дифференцированное отображение из Rn уже в Rm. С точки зрения определения ничего не меняется, эту строчку можно полностью повторить. Только если здесь L это линейное отображение из Rn в R, то здесь L это линейное отображение из Rn до M. Соответственно, линейное отображение задается у нас чем? Матрица. Значит, что это за матрица такая? Это так называемая матрица Якоби. Значит, по многим причинам ее бывает удобно так обозначать. Значит, это матрица, которая выглядит следующим образом. Значит, если это f представить как координатное отображение f1 fm, то это будет df1 по dx1, df1 по dxn, и дальше так далее то же самое dfm по dx1, dfm по dxn, ну все взятое в точке А. Значит, вот матрица Якоби, ну и умножает это все вектор h1. Hn. Значит, это, я надеюсь, более-менее знакомо, правильно? Вот. Значит, давайте вот на это еще раз посмотрим, что это качественно означает. Вот так сказать, это вся формалистика, там она так или иначе вам писалась, и здесь, и в других курсах. Ну а что вот качественно, что происходит, что мы хотим сказать, когда говорим, что функция дифференцируема? Но на самом деле мы хотим вот простыми словами сказать следующее, что когда я хочу узнать, как изменилось значение функции или значение отображения,
я должен сделать следующее. Я должен взять матрицу вот эту икону, да? И умножить ее на вектор превращения. Вот. Вот на самом деле в чем геометрический смысл. Если мы будем смотреть на случай, когда f это функция, да, то вот мы можем нарисовать ее дальше, скажем, вот или травмой по три. Так, и посмотреть. Вот мы поддали точки А превращение H. Взяли значение в этой точке. Спрашивается, как они поменялись? Вот было одно значение, вот стало другое. Вот эти изменения. Как его померить? Вот если функция дифференцирована, то меряется очень просто. Надо взять превращение H и умножить на правильное выражение. Да? Там в одномерном случае просто на число умножить. Иногда вот этот простой взгляд на вещи позволяет матрицу Якоби находить просто без всяких вычислений. Вот давайте мы с вами попробуем найти матрицу Якоби перехода от векторной системы к полярной. Все могут посчитать частные производные, ну или попытаться посчитать частные производные, вопросов нет. Так? Но мы давайте матрицу Якоби выпишем вообще без всякого счета. Это будет очень познавательно. Значит, вот смотрите, что мы делаем. Мы хотим, что сделать? Придать превращение. Кому? Фи и F, правильно? Что значит мы придаем превращение Фи и F? Ну, R, это мы, вот был F, вот мы дали превращение, получилось F плюс D, правильно? Это мы двигаемся вдоль луча. А что значит мы дали превращение Фи? Это означает, что вот мы двигаемся по дуге, правильно? На сколько? На дельта фи. Вот как выглядит превращение дельта фи, дельта r. Ну, давайте у нас сейчас будет первый переменный, если с тобой. Правда, вот что это означает, если мы рисуем картинку. Значит, превращение по радиусу сюда, превращение по углу вот сюда. А теперь смотрите, что мы хотим сделать, когда ищем матрицу Якоби. Вот для данного конкретного случая, что это означает, что мы делаем? Мы хотим понять, как устроено превращение где? В декартовой системе координат. Правильно? Мы хотим вот это связать с вектором дельта х, дельта y. Вот понять, как вычислить это через то. Ну как вычислить? Это понятно, что это какая-то кривая штука. Надо перейти к тому, что здесь происходит. Значит, что происходит, если мы смотрим декартовую систему. Ну смотрите, ну, с точки зрения так, декартовой системы, вдоль этого луча, ну все понятно, сдвиг на дельта r, здесь вопросов нет. А вот что происходит, когда мы сдвигаемся по дуге? Насколько мы в декартовой системе сдвигаемся? Вот по углу мы сдвинулись на дельта фи. А в декартовой системе, ну насколько сдвигаемся? R, D, C, F, правильно? Радиус на дуга, там Майван учил, 2π, там длина окружности, да? Значит, сдвиг вот здесь, если мы его смотрим в декартовой системе, он происходит на D, C, F умножить на R. Правильно? При этом, поскольку ясно мы берем превращение, ну, мало это все разговор, а мало ли превращение, мы всегда можем, хоть это и звучит как эвристика, но этому поверить стоит и смысл. Вот там есть все малое, можно добавить, и матанализ будет удовлетворен. Значит, но получается, что у меня в декартовой системе координат картинка выглядит следующим образом. Значит, вот у нас x и y, а вот здесь сдвиг произошел вот так. Я же, когда мы двигаемся перпендикулярно радиусу вдоль окружности. Значит, у нас получается здесь сдвиг r дельта фи, здесь сдвиг дельта r. И все это находится где? На фи, правильно? Ну, мы смотрим этот сдвиг от фи, переход фи от дельта фи, правильно? То есть, вот этот угол фи. Что мы, какой мы сдвиг получили? Ну понятно, какой мы сдвинулись сюда и сюда, ну вот там Мариван научился считать.
Вот он. Вот верх Турны. Правильно? Декартовой системы Турна. Как мне его теперь пересчитать в исходных декартовых координатах? Значит, получается, что у меня превращение вот векторов с координатами такими получилось, в декартовой системе надо просто дать такие на R умножить. Вы, конечно, будете правы, если вы запите и скажете, что он же по дуге двигается. Все, это верно. Чтобы быть строгим, я должен писать плюс у малой от дельта фи. Это как раз зазор между синусом и углом. Так? Спрашивается, как мне это пересчитать сюда? Ответ, надо повернуть. Правильно? Чтобы вернуться вот в такую систему туда, надо просто это повернуть. Какой будет матрица поворота? Ну, чтобы вот от системы координат такой, перезик вот такой. На угол фи надо повернуть, правильно? Пояс минус фи, минус фи, значит, что будет? Синус фи, да? Минус синус фи, пояс минус фи. Правильно? Да. Ну, мы сейчас проверим легко. У нас же есть суперспособ посчитать матрицу Якоби. Взять и честно найти частную производную, правильно? Ну, дальше проверять, значит, пояс минус фи. О, видите, не угадали. Х дифференцируем. Будет что? По R косинус фи, а по фи будет наоборот производная косинус фи. Минус синус фи. Значит, повернем в эту сторону. Здесь синус фи, здесь косинус фи. Правильно? То есть вот смотрите, как дело устроено. Только лишь из осознания, вот что в принципе означает матрица Якоби. Вы ее уже можете здесь вычислить. Хорошим упражнением является, это я очень советую вам этим делать, проделайте все то же самое в сферической системе. Переход от координат декартовых к сферическим. Вот проделайте сами, попробуйте это сделать. Попробуйте понять, что на самом деле начинаешь чувствовать, что означает вот этот переход от одной системы к другой. Как вот вы, что про что, собственно, говорит матрица Якоби, что она, собственно, выражает. Не просто как некое формальное требование, что вот функция называется гладко, если что-то там. А как это вот реально работает, когда вот ты смотришь на конкретном термине. Значит, это я напомнил, что такое матрица Якоби и что с этим делать. Значит, теперь важнейшая теорема, вот одна из самых важных для этого курса и для геометрии, вообще для всей математики. Это теорема об обратной функции. Это теорема, которая в принципе объясняет, как нам подменять координаты, как нам, что происходит при гладких отображениях и так далее. Это вообще просто супер теорема. Пожалуй, единственный факт из всего второго семестра анализа, который реально надо знать. Вот там много фактов рассказывается, но это почти единственный, который, без которого трудно двигаться дальше. Значит, что эта теорема говорит? Что пусть R отображает Rn в Rn, не обязательно прям целиком быть определенным в Rn, понятно, да? Не обязательно быть целиком прям, может быть определенным на каком-то открытом множестве. Значит, и F непрерывно дифференцируемо в точке А, знаете, даже можно дифференцируемо в окрестности точки А. Причем f'а не равно нулю. В каком смысле f'а не равно нулю, если это матрица Якоби? Это не означает, что матрица Якоби не равна нулю. А это означает, что ее определитель не равен нулю. То есть матрица Якоби не вырождена. Тогда оказывается следующее. Существуют такие окрестности у пара и в от f от. Окрестности — это значит открытые множества.
F между этими окрестностями. Осуществляет, является дифеоморфизм. Что значит дифеоморфизм? Это значит, что, во-первых, F бьется. Во-вторых, F и F минус первый непрерывно дифференцированы. Значит, мы всегда будем предполагать, что у нас непрерывно. У нас вообще есть наука гладкая. Здесь все столько раз будет дифференцировано, сколько мы скажем. Вот. А значит, не про это как бы в данном случае суть. Вот, оказывается, есть очень простое условие, которое гарантирует, что локально отображение это фактически просто подмена координат. Вот доказывать мы это не будем, это доказывалось в прошлом семестре, и вообще ну, можно найти в разных местах, как это доказывается. Значит, хотя доказательство, в принципе, примечательно весьма. Давайте мы поймем, что это означает. Вот смотрите, вот у нас точка А, вот вокруг нее область Q. Да? Что означает вот та самая область? Что мы сделали? Ведь мы же в то же самое РН отобразили, правда? Вот если брать двумерный случай, то ну, ничего особо не произошло, но можно считать, что мы, так сказать, вот тот же район стола рассматриваем. Вот у нас на столе точка А, вот мы нарисовали здесь окрестность, какая система координат была введена, да? Нами, между прочим, столб про нее не знал. Для него никакой системы координат не было, были точки какие-то. Да? Потом мы отображаем. Вот что это за отображение, если мы говорим, что оно диаграмморфизм? Оно в первую очередь совершенно однозначно сопоставляет точки здесь и точки здесь. Что это означает? Вот здесь была система координат, мы точке давали какое-то имя, x, правильно? Набор координат. Здесь получается точки тоже набор координат, y, для подвига. То есть мы просто в окрестности этой точки переименовали координаты. Вот если мы бьем как бы из этой точки, пусть она остается на месте, скажем, вообще всего. Да? Мы просто ввели новое обозначение. Сами точки как были, так и остались. То есть что мы делаем, когда делаем дифеоморфизм? Мы локально просто меняем имена. Но вы можете возразить, что ну, а на кой нам тогда наука-то вся с якобианами, с матрицами Якоби и прочей фигней? Ну делай две лекции, и будете менять имена. Но мы хотим, чтобы не только имена, чтобы точки имена менялись, это бывает полезно. Да, там бывает что-нибудь страшное в декарстве, от полярного перешел, получил прямую больничку, правильно? То есть мы знаем, что ввод координат, оно улучшает, вообще говоря, объект, в котором работаешь. Но мы хотим, чтобы не просто координаты поменялись. А что мы хотим? Мы хотим, чтобы те объекты, которые мы работали в данной системе координат, с какими мы простыми объектами работали в данной системе координат, как правило, с функциями, да? Что после переименования свойства функции остались теми же самыми. Например, была у нас с вами непрерывно дифференцированная функция. Мы хотим, чтобы после смены лейблов она и осталась непрерывно дифференцированной. Понятно, да? То есть вот не должно быть как вот, вот некоторые, знаете, там вот если приедешь в Китай, там, ну, там имена людей не китайского происхождения, их пишут по латинице. Так как они вот, ну, по-латински произносятся там, да, через транскрипцию. Вот, спрашивают, а почему не по-китайски не написать? Ну, потому что выйдет не очень хорошо. Там вот, когда попробуешь, мне вот человек рассказывал, попробуешь писать по-китайски, выйдет, типа, вот хочешь там написать, там, не знаю, Коля, получится, козел охотился на льва, понимаете? Ну, ну, в общем, не очень хорошо. Поэтому они так не занимаются вот этим вот, чтобы подобрать правильно набор иероглифов, поскольку это же не буквы, а больше гораздо информации. Вот. Но вот так и здесь не должно произойти, что вы лейбл сменили, и у вас получилось, что был, так сказать, баран, а стал козел. Значит, для этого вот у нас здесь были функции. C1 это будет обозначение непрерывно дифференцированное. Тогда здесь тоже появляется, ну лучше так сказать, наоборот, вот здесь функция H, а здесь появляется это функция h от y. А здесь появляется тогда, естественно, функция h от f от y. Если это c минус 1, может то, что там наоборот идет. Да? И мы что хотим? Мы хотим, естественно, сопоставление двух классов функций.
мы всякую функцию здесь теперь имеем ей здесь напарника, естественно. Наоборот, мы хотим, чтобы класс функции остался тот же. Мы хотим, чтобы свойства функции не поменялись. Поэтому нам нужно не просто коллективное отображение, а нам нужно отображение, которое сохраняет гладкость, сохраняет гладкую структуру. Вот это важно. Поэтому нам нужен дифферомарфизм. Да? Значит, получается, что спрашиваю, а как вот так по-простому понять дифферомарфизм перед тобой или нет? Ну и вот поставим на ответ очень прост. Проверь, что матрица Якобиа не выражена. Все. Наука сразу выдаст окрестности, в которых все здорово. И это позволяет огромное количество задач решать вот этот щелчок. Да, делаете прямо зоне, кто вам нравится, и оно автоматически оказывается локальным дифферомарфизмом. Вот это вот, вот в первую очередь, это преобразование геометрически означает вот новую локальную систему координат. То есть вот у нас с вами еще нет никакого многообразия, никаких координатов, ничего нет. Просто РН, просто плоскость. Да? И делая дифферомарфизм, мы с вами чего делаем? Мы меняем одну систему координат на другую. Причем эта замена, это не как вот в линейной алгебре умножение на матрикс. Это что-то весьма сложное. Понятно, да? Но это сложно, много чего хорошего сохранить. Вот. Значит, первым тогда важное дополнение. Конечно, отличие от нуля определителя матрицы Якобиа в каждой точке совсем не означает в общем случае, что у вас глобальный дифферомарфизм. И этому посвящены задачи в листочке. Вот обратите на них внимание, что это утверждение исключительно локальное. Что это вот только в окрестности точки А так происходит. Да? И вот вам там предстоит придумывать примеры и проверять разные утверждения про то, что происходит вот глобально. Тут вы знаете, что, например, на четвертой ноль у функции производная всюду не ноль. Что вы можете про нее сказать? Вот давайте опрос. Что вы можете сказать про дифференцированную функцию на всей четвертой ноль, которая производная не ноль? Она либо строго растет, либо строго убывает. Правильно? И все здорово, она становится чем? Ну, от различной инъекции, там, да, значит, более того, в каждой точке у нее обратная функция будет тоже что? Все, все классно. Но вот как только вы с числовой прямой сойдете на плоскость, ситуация будет не столь хорошей. И это у вас будет задача. Значит, вот на это надо обратить внимание, на то, что это локальные утверждения. Значит, вот мы его куда применим? К чему мы применим это утверждение? Мы его применим к теореме о неявной функции. Это еще важнейшее утверждение, которое нам просто почти на блюдечке принесет понятие гладкой поверхности. Вот без него, как вот что ни делай, все будет непонятно о чем. А с ним прямо вот и сразу все готово. То есть теорема о неявной функции, ее мы докажем как раз с помощью теоремы об обратной и продемонстрируем, как это работает. Значит, теорема о неявной функции. Значит, сначала в простейшем варианте, потом в общем не переформулирую, так особо не пойдет. Значит, пусть я непрерывно дифференцируемая функция из R2V, и выполняются два условия. Df по dy в точке x0 и x0 не 0, и сама функция в точке x0 и x0 0. Тогда, смотрите, что тогда. Тогда существует окрестность точки x0, окрестность точки y0. Функция f маленькая, отображающая u по v, непрерывно дифференцирована. Такая, что в декартовом произведении u от u на v, вот в этом прямоугольнике, сейчас я картинку нарисую, f от x y к равно нулю, тогда, и только тогда, когда y равно f от x,
Ну, наверняка увидели такое утверждение, где вы научились. Значит, что оно означает? Рассматривается вполне себе личная функция, f от x, и смотрится множество ее нулей. Тоже весьма популярная задача. Значит, вот многие кривые, например, там второго порядка, задаются как множество нулей открытыми. Спрашивается, как все множество нулей устроено? Полезно иметь в виду, что как угодно. Как угодно, это значит, любое замкнутое множество на плоскость годится как множество нулей этой функции. И это никак не связано с ее гладкостью. Можно бесконечно гладко взять, все равно как будет. Тем замечательным факт, который здесь изложен. А именно, смотрите, что получается, что если мы возьмем точку на множестве нулей этой функции, в которой эта функция не вырождена, то есть в которой, видите, производная по игреку не ноль, то окажется, что здесь можно выбрать такой прямоугольничек, вот он как раз у на В, в котором вот эта часть линии уровня, которая в него попала, это в точности график функции Михайловой подъема. Хороший некоторый дефиниционный функций. То есть линии уровня это отличные такие вот невыраженные функции. Это просто график функции. Вот это замечательное совершенно утверждение, которое вот геометрически так воспринимается. Алгебраически его можно воспринимать как решение уравнения f от x и к равному нулю. Вы типа хотите y выразить через x, вы спрашиваете, какие минимальные условия. Надо, чтобы от y это зависело. И надо, чтобы когда-нибудь решалось. Вот. Понятно, да? Значит, если это выполнено, ну так, вот, действительно смогли выразить y через x. А, значит, доказательство очень примечательное, доказательство этого факта. И доказательство таково, что совершенно не важно, что это из R2V, как мы увидим, это из любую подходящую размерность, так что это очень общий будет. Есть вопросы по формулировке? Вы, кстати, имеете в виду, если что-то непонятно там или как-то это, или у вас есть внутренние комментарии, потому что вы задавайте все эти сомнения. Здесь глупость, только я могу говорить, у меня контракт такой. Вот. А все остальные по определению не говорят глупости. Значит, доказательство. Значит, смотрите, что происходит. Доказательство все будет состоять в том, что мы выберем правильную систему координат. И в этой правильной системе координат функция окажется совсем простой. Вот спрашивают, когда это утверждение проще всего? Ответ, когда f от x y равно y. Вот для этой функции теорема неявной функции сразу выполнена. Без всяких сомнений. Согласны? Все понимают, что для этой функции теорема неявная очевидно верна. Да? Какой график функции это задает? Уравнение y равно y. Ну вот это. Мы нашли y, мы нашли. Оказывается, что общий случай он ровно такой же. Только надо правильную систему координат. А правильная система координат как выбирается? Ну как надо, так и выбирается. А именно, ну x пусть остается как есть, мы его менять не будем. А v это будет f от x и y. Мы же хотим, чтобы функция стала координатой. Вот мы ее и сделаем координатой. А всю черную работу за нас делает теорема об обратной функции. Именно она обеспечит то, что вот эти действия на графике, они имеют право на жизнь. А именно как? Значит, что надо проверить нам, чтобы понять, что это действительно, значит, отображение хорошее, да, что это дифеоморфизм локально. То есть вот у нас есть точка x0 и y0. Да, мы хотим, чтобы вот в этой окрестности выяснить, как там что-то выглядит. Правильно? Значит, вот мы отображаем это куда. Сейчас мы выясним, куда. В координатах u и v. Спрашивают, куда мы это отображаем? Ну, смотрим. x0, y0. Ну, u это x0. А v получается что? 0. По условию значения в этой точке было 0. Значит, наша точка перейдет вот сюда.
И мы просто хотим понять, а вот это вот отображение, которое мы здесь делаем, оно обладает хорошими свойствами, действительно домены координат? Потому что, знаете, если это домены координат, то что же мы здесь получаем в качестве новой функции? Мы получаем просто V. Правда? А что такое множество F равно нулю? Куда оно перешло? Оно перешло в множество V равно нулю. Правильно? Вот в это множество оно перешло. А как оно вернулось обратно? Ну, обратным отображением. Что это за обратное отображение? Это x равно u, и не x равно какой-то psi от v. Правда? Обратная функция, ну, вернулась. Значит, если я v равно нулю подставлю, что у меня получится? y равно psi от x. Понятно, да? Значит, то, что вернулось обратно, это и дало уравнение вот этой вот функции y равно psi от x0. Более того, я теперь в окрестности этой точки буду знать, как устроены все линии уровня. А рядышком с ним не все устроены как графические функции, просто как образ вот таких линий уровня. Потому что в правильной системе координат линия уровня это равно константа. А обратное отображение из этого делает вот такие, ну, более кривые, естественно, исходные системы координат. Это вообще супер утверждение. Если мы сейчас проверим, что это дифеоморфизм, то получится, что невыраженные функции — это просто функция под x равно y. Это просто координата. Это же, знаете, у вас куча разных функций сложных можно написать. Оказалось, что нет никаких сложных функций. Вот есть простая, только в правильной системе координат. Вот что для того, чтобы это применить, нужно сделать? Нужно посмотреть матрицу Якоби этого отображения. Какая матрица Якоби? Мы считаем du по dx, единичка, du по dy, 0, dv по dx, ну, df по dx, есть, то есть, dv по dx, df по dx. Чему равен определитель этой массы? Df по dx, а это по условию 0. Правильно? Все. В теореме обратной функции нам все сразу сделал, всю работу черную сделал. Вот много не доказательств этого утверждения, но это самое классное. Вот, оно дает столь много сразу, не только утверждение доказано, но доказано, что в правильной системе координат функции имеют хороший вид. Да? То есть вот, значит, вот теорема о неявной функции. И ясно, что доказательство без изменений, буквально без изменений, переносится на гораздо более общую ситуацию. Давайте я его сформулирую, но доказательства не будет, естественно, уж то же самое. Что можно рассматривать f из fn из доказательства fn y в fn. Ну, значит, что тогда будет означать f от x y равно нулю? Это будет означать систему уравнений. Да? F1 от xy равно 0 и так далее, Fm от xy равно 0. Что мы хотим из этой системы уравнений? Алгебраически. Мы хотим найти y1 и так далее, yfm, и поэтому m уравнение нам нужно, через x1 и так далее, xm. Какое условие, чтобы это так было? Какое вот в этой теореме? df под y не 0, только в данном случае df под y это матрица. Df и df под y решите. И ее определите. Должен быть немножко. В точке x0 и y. Вот все единственные, так сказать, внешние изменения, которые надо сделать. Значит, что же даст нам теорема неявной функции? Значит, она даст несколько вещей. Вот для этого общего утверждения. Во-первых, она даст нам, что в правильной системе координат эта функция, это фиксирует, это отображение, это y. А значит, ее линия уровня y равно константа. Ну или, да, это что такое? Это y1 равно константа, ym равно константа.
Правильно? Это значит, что в координатах XY, вот в этом пространстве, ее линии уровня — это гиперплоскости. Понятно, да? Вы фиксировали, у вас там всего еще x1, x2, они как угодно делают, а это фиксировано. Это просто что? Мы выразили гиперплоскость. Какой размерности гиперплоскости? N. Какой? N. Размерности N, правильно? Вот. Значит, у вас получается, что вот все на такие плоскости просто разрезались. Вот линия уровня функции. Так? А когда вы вернетесь в обратную систему координат, как там прямая переходила в крест, как у обычной самой детской функции, так и эта вот гиперплоскость перейдет в график отображения. Итак, f от x. Это отображение f будет из n в n. Правильно? Вот. И давайте вот мы подумаем про это отображение. Каким свойством оно обладает? Значит, из Rn в Rn. Пусть у нас, скажем, m больше, чем n. Вот пусть m больше, чем n. Что мы можем сказать про ранг матрицы и кодит в этом отношении? Ранг равен n. Он максимальный. Правильно? Ранг максимально возможен. Почему так? Он здесь максимально возможен. Понимаете? А значит, когда вы туда перейдете, вот на это дело, он и здесь будет максимально возможен. Почему? Потому что как будет переход, это еще одно важное дело, что надо обсудить. Когда вы делаете сложную функцию, дифференцируете. Как у вас меняются матрицы и коды? Они что делают? Перемножаются. И важно помнить, что если вы взяли матрицу и умножили ее на невырожденную, ранг что сделал? Не изменился. Вот этим мы тоже будем пользоваться. Значит, и уже видно здесь, что мы подошли к геометрии какой-то. Потому что мы теперь начинаем смотреть на такие объекты. Вот была плоскость, это все более-менее все понимают, что это, да? Потом делается хорошее отображение, и получается уже нечто кривое, правильно? И вот мы просто находимся, что называется, в позиции, когда мы можем пообсуждать гладкие поверхности. Вот теорема неявной функции — это как бы вот такие ворота, которые открываются для обсуждения гладких поверхностей. Вот давайте мы попробуем обсудить гладкие поверхности, а именно начнем с трехмерного пространства, где наиболее все наглядно. То есть гладкие поверхности. Вот давайте посмотрим, что это такое. Значит, начнем с примера. Первый простой пример — это плоскость. Значит, все у нас будет в R3 пока что. А потом мы одним щелчком это, естественно, переведем в общий случай. То есть R3, и мы хотим посмотреть плоскость. Как создается двумерная плоскость? Ну, обычно так. Ну, берешь два вектора, правильно? К точке добавляешь всевозможные линейные комбинации, получаешь плоскость. Как это записать? Вот так это записать. Значит, x равно x0 плюс там t на альфа 1 плюс s на а на бета 1. Правильно? Y равно y0 плюс t на альфа 2 плюс s на бета 2. Z равно z0 плюс t на альфа 3 плюс s на бета 3. То есть вот я взял вектор, то есть так здесь вектор написать, то получается что? X y, z. Вот это и есть x0 y0 z0 плюс t на вектор альфа плюс s на вектор бета. Вот там можно даже постоянно стрелочки наставить, чтобы не запутаться в таком направлении. Значит, вот у вас
Это понятно, что это плоскость, правда? Но правда это не всегда плоскость. А что она потребует, чтобы это плоскость была? Инклинарность да. Ну а как выписать инклинарность векторов, чтобы все поверили, что вы высшей математикой занимаетесь? Написать, что а, он должен быть матриц какой-то там. Например, альфа 1, бета 1, что там у меня тут? Альфа 2, альфа 3, бета 1, бета 2, бета 3. Вот такой ранг должен равняться двойке. Правда ведь? А если не будет равняться двойке, то и соль получит этим по прямую, либо вообще не понятно, что, да? То может получить. Значит, смотрите, первое наблюдение. То, что плоскость это поверхность двумерная, ни у кого там не вызывает даже вот в метро Капустинской 108, назови плоскость. О! Помните, как там в этой бриллиант на руке был? Ну как она выбрала? Как же это? Вот. Это сомнений нет. Но что мы видим? Мы видим, что это задается двумя параметрами F и T, которые бегают по F2. И мы видим, что выглядит это все следующим образом. Есть зависимость x от ts, y от ts и z от ts. Эта зависимость хорошая, естественно, все зависимости хорошие, но главное, что она в определенном смысле невырожденная. И эта невырожденность объясняется вот этим условием, тем, что ранг вот этих двух векторов ранг двух. Что эта зависимость действительно выдает нам двумерный объект, где два параметра независимые участвуют. Они выражаются в нечто, где вы можете тест S задать. Понятно? Вот это очень важно держать в голове, потому что если вы это понимаете, то вы можете просто глядя вот сюда, тут же дать строгое определение двумерной гладкой поверхности. Но мы пока это делать не будем, мы пойдем дальше. Следующий пример, который очень тоже показательный, это график функций. Значит, тут цели бегают вот в том таком множестве в 2. Это тоже объект, по которому никто никогда не скажет, что это не двумерная поверхность. Это тоже всем очевидно, что, вот А, это вот рисуем, вот Z, вот там. X, Y. Опять же, обратите внимание, как устроен этот объект. Есть два параметра, X и Y, которые бегают по F2. И есть связь. Да? Давайте посмотрим, что это за связь. Значит, X выражается как X. Через параметр, да, вот это функция, как Y, это Y. А Z, это что такое? Понятно, что это следующий уровень после плоскости. Ну, в определенном смысле, конечно. Там два параметра бегают, и по некому правилу задают, как меняются три координаты. Здесь два параметра бегают, только правило два простых очень, а одно стало нелинейным. И мы получили вот поверхность. Замечательным образом все поверхности устроены вот так. И это и есть достижение теоремы о неравной функции. Вот мы сейчас что-то тут конкретный пример рассматриваем, а потом докажем, что все поверхности графики. Вот. Поэтому в этом смысле вы видите общую ситуацию. Третий пример, который полезно держать в голове. Это сфера. Всех моя Иван научила в школе, что сфера сдается таким уравнением. Мы вкладываем. Потом она всем показывала, говорила, во. И все знают, что сфера это вот это. Значит, теперь давайте пообсудим, что это. Как устроена сфера. Значит, устроена она так, что, ну, во-первых, ее можно записать в виде графика функции. Но не всю. Да, вот в чем проблема. Ее вот так не запишешь везде, но можно, грубо говоря, верхнюю шапку и нижнюю шапку написать, правильно? Можно написать так, что вот для этих точек у нас годится какое выражение? Z равно
корень из 1 минус x квадрат минус y квадрат. Так? Для нижней границы z равно минус корень из 1 минус x квадрат минус y квадрат. Все ли так хорошо с этим способом? Ну, смотри, x, y будет по очень хорошему множеству. Но, во-первых, если мы хотим, чтобы была задана вся сфера, это множество будет уже не открыто. Правильно? Нам нужен экватор, нам нужно бегать круги. Ясно? Да? Если я скажу, что бегали по открытому множеству, бегать мы будем только где? По верхней, по нижней, а экватор окажется необслуженным. Ну, вы скажете, это дело. Вот взяли и добавили ободок к окружности. Но дело не так банально. Эта зависимость, она плохая, когда вы подходите на границу. Мы-то хотим работать с хорошими объектами. Да? Мы ведь не просто так эти параметры везде обсуждаем. X, Y, C, S. Это же кто такие на нашей поверхности? Это же координаты, они нам будут задавать, где мы находимся на этой поверхности. Да? Я сказал X, Y, и вы тут же знаете, ага, вот тутеньки. Да? Я сказал здесь X, Y, и вы тут же знаете, здесь сидим. Понятно, да? То есть мы хотим, чтобы эта зависимость была хорошей, потому что мы же дальше-то собираемся анализ строить на таких штуковинах. Мы функции хотим на них рассматривать, гладкие. А какие гладкие функции, если то, что мы здесь делаем, оно очень тихий кошмар. Да, значит, можно войти в раж и сказать, что шапки вот не только такие, еще вот такие. Вот, ну да, но тогда это перебор. Есть другой способ параметризовать сферу. Значит, он очень тоже, ну, в одном месте, что угодно, таких способов много. А, давайте вот обсудим, как еще можно делать. Значит, еще замечательный способ, это так называемая стереографическая проекция. Ее можно разными способами вводить, это зависит от любителей, от того, чего тело на жизни узнали. А, значит, поскольку можно сферу ставить на плоскость, а можно сферу разрезать плоскостью. Это как кому нравится. Значит, мы будем ставить сферу на плоскость. Значит, вот здесь, как вы знаете, находится северный полюс. Ну, пока что. Вот. Значит, и, соответственно, мы делаем следующую конструкцию. Мы берем, проводим прямую. И получаем здесь точку. Ну, я так условно их сидел. Мы сейчас не будем писать координаты, это очень хорошее упражнение, чтобы сделали это сами. Вот. Но получатся отличные координаты, они будут всюду здоровские, кроме подхода к одной точке. Вот сюда. Понятно, да, что таким протыканием сферы, вот у меня сопоставление точка сферы, точки плоскости. Я получил, что я все точки сферы, кроме северного полюса, запрометризовал. Вообще, вы это все видели в классе шестом, когда первый раз карты открыли контурные. На географии. Вообще география это великая наука, она у вас геометрия учит. Раньше, чем математика. Математика там все скобочки раскрывает, а географ они уже заделываются. Вот мы тогда увидели, вы увидели проекцию географическую фактически. Вот. Значит, вот так можно вот всю планету, значит, на этот на лист бумаги спроектировать. Получится отличная параметризация. Можно посмотреть на эти формулы, они очень классно. Явно видеть можно. Но опять на всю сферу не хватило. Но уже смотрите, как здорово. Параметризация, вот эти параметры, они бегают по всему F2. Значит, сфера без точки, это что такое? Это вся плоскость. Теперь можно что сделать? Вот здесь поставить. Плоскости то же самое сделать через U. Да? И получится, что вот у меня две параметризации есть. То есть смотрите. Параметризовать целиком пока не получается. Вот так вот, как с плоскостью, да? Параметры бегают, а x, y, z рисуют все. Но получается сделать как бы две параметризации. Значит, вот одна и вторая вместе, они дают координаты на всей сфере целиком. И обладает замечательно тоже, это хорошие функции, да, что составляют координаты с параметром точки. И, значит, вместе, значит, параметры бегают по открытому множеству, и вместе они дают все на этой сфере. Значит, есть еще один способ, который вам знаком, который называется сферические координаты вместе.
Да, вы знаете, что сферу можно запланетизовать, просто представьте, что это косинус φ, косинус φ, синус φ, косинус φ. Их можно разными способами вводить, как кому нравится. Да? Значит, синус φ, это значит у нас как раз что такое? Это я угол φ отсчитываю от плоскости, то есть как происходит география, да? Значит, вот у меня. Я вот, вот. Так? Вот. Ну и вот, понятно, что когда к северному полюсу подходим, к себе подходит как раз к полам. Вот, надо помнить вот эту байку Цермела про то, что, знаете, он доказывал, что в северный полюс нельзя попасть. Доказывал таким образом. Он считал, что количество виски, которое вам нужно, чтобы туда дойти, оно пропорционально широте, на которую, тангенсу угла широты, на которой вы находитесь. Соответственно, когда вы подходите наверх, оно становится бесконечным. Вот. Но надо сказать, после этой доказательства через несколько лет туда все-таки попали. Вот. Видимо, виски не потребовались. Значит, ну вот, вот такая параметризация. Чем эта параметризация хороша? Отличные функции. Но эти функции опять бегают где? Если вы хотите, чтобы они параметризовали вам всю сферу, вы заставите их бегать по полу интервалу, ну, их произведений. Да? У вас φ должен бегать от 0 до 2 π, но если вы хотите такое однозначно параметризацию, вам 2π куда-то надо отнести, да, значит 0 включится, 2π, например, не включается. То же самое касается здесь. То есть так, чтобы параметры бегали по открытому множеству, а почему мы сегодня пытаемся что-то на открытое множество записывать, потому что нам это очень удобно с точки зрения, например, там, дифференцирования и так далее. Нам нужны окрестности. Вот. Поэтому мы пытаемся сделать, чтобы множество, где бегают параметры, оно было таким открытым. Ну и опять же, чтобы эту проблему решить, нам что потребуется? Ну, потребуется чуть-чуть другую сферическую систему координат вести, которая закроет те куски, которые мы не смогли закрыть здесь. Отсюда видно, что, смотрите, во-первых, сфера похоже на то, что мы до этого разбирали. Это тоже, видимо, какая-то двумерная, то, что мы назовем потом двумерной поверхностью, правильно? Тоже бегают два параметра, тоже можно проверить вот в конкретных этих связях, что там все не выражено и так далее. Но проблема в том, что не хватает как бы одной области параметров сразу на всю сферу. Говорят, что не хватает одной карты. Но это и понятно. Мы же чего хотим? Мы хотим, чтобы открытое множество хорошим отображением, однозначным, отображалось на компактный объект. Ну как так можно? Так быть не может. Поэтому двух таких не бывает. Да? Одной такой не можно как-то сделать, но две уже есть. Вот. Значит, вот пока что мы еще даже не определили, но обратите еще внимание вот на что. Что объект, который, ну, здесь не должны сомневаться, что сфера это двумерная поверхность, да? Хотя не знаем, что это такое. Но тем не менее, во-первых, всегда присутствуют два параметра, во-вторых, это может задаваться графиком функции, по крайней мере, локально. И в-третьих, это может задаваться уравнением. Практически все, что надо знать про гладкие поверхности, то есть они определения. А теперь мы можем сказать, что такое гладкая сначала двумерная поверхность, а потом дать вот это определение. Вот определение. Множество N2 в R3 называется гладкой двумерной поверхностью, если для всякой точки P из N2 существует окрестность U точки P, открытое множество, окрестность V3, как обычно все. Такая, что, значит, да, я забыл сказать, и непрерывно дифференцируемая функция x от V, y от V, z от V, которые задают z
задают отображение. Ну, давайте мы его обозначим R. R от V, да, как радиус вектора физики обозначают эти X. И Z они никуда сейчас обозначают. И открытого множества V, V2, в R3 такие, что ну и тут самое важное. Все, до этого был просто у меня такой люди, что все объекты у нас хорошие, все хорошо, можно не волноваться. Значит, что будет выполнено, что важно здесь? Что два условия. Первое условие такое, что вот этот мем, это множество в этой окрестности, это в точности, я вот так себе позволю сказать, это область FOV. Понятно, да? Это то, что является областью значений этого отображения. Так. А второе, что ран матрицы DXCGU DYXCGU DZCGU DXCGV. Так, у и В. DXCGV DZCGV. Что это ран прайм двум. Видно, да, насколько похоже к тому, что до этого было. Я просто, грубо говоря, записываю буквами относительно умными простую фразу, что объект, который я хочу изучать, локально получается так. Параметры бегают по плоскости, по открытому множеству плоскости, да? А функции от этих двух параметров, x, у, y, у, z, что-то рисуют в R3. Правильно? Значит, причем это отображение, оно не любое. Да, эти функции хорошие, и это отображение не выражите. Значит, вот это вполне согласуется с тем, что мы с вами только что посмотрели в примерах. Но, чтобы это окончательно, так сказать, раскрылось, вот давайте докажем теорему об эквивалентных определениях. Что на самом деле это можно определить и более знакомым вам способом. Так, успели? Можно стирать? Значит, смотрите. И эта теорема, это, собственно, гимн теоремы о неявной функции. Вот обычно после нее люди начинают более-менее понимать, что же это такое за безобразие теоремы о неявной функции. Вот, значит, следующее утверждение эквивалентное, выразносимое. Это N2 в R3 гладкая двумерная поверхность. Я намеренно не употребляю слов многообразие и подмногообразие, они прозвучат, но вот сейчас я хочу, чтобы объект был, так сказать, назван наиболее простыми словами. Значит, гладкая двумерная поверхность. Второе определение, которое есть. Второе. Для всякой точки P найдется окрестность ОСП. И функция P от X и Y непрерывно дифференцирована. Непрерывно дифференцирована. Функция F от X и Y. Или f от y z, или f от y z. Такая что пересечение n2 от p есть график функции y равно, извините, z равно f от y z. Где x, y
бегают по некоторому отсюда умножить. В этом плане. То есть это просто график функций. Больше ничего. Ну, локально, конечно. Ну, даже теперь не может быть даже локально. И третий пункт этой пирамиды. Третий пункт этой пирамиды. Для всякой точки P существует окрестность от P и непрерывно дифференцированная функция f x, y, z такая, что ее градиент не равен нулю, ну, в этой окрестности имеется в виду, конечно, да, не глобально, а в этой окрестности. И, ну, смотри, я пошел на второй пункт. Значит, m2, пересеченное с УАСП, это в точности множество f от x, y, z равно нулю, где x, y, z принадлежат УАСП. Вот три эквивалентных способа сказать о том, что такое гладкая двумерная поверхность в трехмерном пространстве. Понятно, да? Это либо параметрически заданное разумным отображением, либо просто график функции, либо множество уровней. То есть важное условие, что градиент не равен, ну, конечно. Вот. Значит, эта теорема, мы ее специально формулируем в эссе для двумерных, потому что мне кажется, что это самый наглядный момент. Это самое то, что вы видите, а значит, вы можете понять, как вот, так сказать. Грубо говоря, эта теорема выглядит как «что вижу, о том пою». Вот. Мы ее докажем, а потом переформулируем на случай камерных гладких поверхностей и полностью получим определение, что такое камерная поверхность. Вот, давайте докажем. Значит, какие-то здесь будут простые стрелочки, какие-то сложные, но тем не менее. Значит, давайте смотреть из первого второе. Как получить из первого второго? Значит, ну, что мы знаем? Смотрите. Значит, первое это что говорит? Доказать. Первое говорит, что локально задано вот так. Правда? И ранг не равен нулю. Ранг матрицы равен 2. Правда? Но мы знаем, что это ранг 2, значит там какой-то из много 2 на 2, не 0. Но пусть, например, вот этот минор, соответствующий dx по dU, dy по dU, dx по dv, dy по dv минор. И смотрим на это как на отображение области, где бегают у и в область, где у нас фиксирует. Что нам говорит теорема об обратной функции? Ну, ведь теорема не явная, но здесь они здесь совпадают. Этот момент происходит, когда эта теорема одно и то же скажет. Значит, что они говорят? Что можно обратить? Что можно выразить? У через x и y и v через x и y. А значит, можно поставить вот сюда. И что у вас получится? Что локально множество задано как z у от x и y, v от x и y. Это и есть функция f от x и y. Мы доказали, что это график. Ну как и должно было случиться? Как вот помните, в алгебре вас учили от параметрической записи плоскости перейти к записи уравнения. Надо что было сделать? Исключить эти самые параметры, правильно? Ну, например, если делать чисто алгебраически, у вас там какая из двух из многочисленных этих линейных систем решится. Вы ST выразите через x, y, поставите в t, получите уравнение, да, плоскости.
так то же самое сделано, тот момент выражения неявный, все время неявный смысл. Вот. Значит, мы вывели с первого второго. Есть вопросы какие-то? Что-то вы какие-то уже утомленные. Все ближе, ближе к осмысле. Так. Значит, из второго надо вывести третий. Но это очевидно. Правильно? Действительно, из третьего второе выводится. Из второго третьего выводится совершенно легко. Потому что просто сказать F от X, Y, Z, надо взять Z минус F от X, Y. Правильно? А теперь из третьего надо вернуться в первое. Но мы из третьего вернемся во второе, потому что из второго первое следует очевидно. Правда ли? Все понимают, что второе это частный случай первого. Здесь в качестве параметров взяты x и y. Поэтому мы вернемся из третьего во второе, а из второго в первое это уже очевидно. Это значок очевидно. Вот. Значит, как нам из третьего во второе вернуться? Вот давайте смотрим. Значит, что нам говорит теорема о неявной функции? Она говорит, что если функция не вырождена, то ее линия уровня локальная, это график функции. Правда? Ну, у нас по условию с этим функцией F невыраженная функция. И написано, что наше множество это линия уровня. Теорема неявной функции сообщает, что это график. Ну, окей, так и написано во втором пункте. Все. Всю работу сделала теорема неявной функции. И это вот теорема, которую если вы осознали, то вы больше никогда не забудете и не перестанете понимать, что такое теорема о неявной функции. Это вот ровно та теорема, которая объясняет, почему все вот эти высказывания. Это высказывание об одном и том же. Вот. Значит, прежде чем перенести это на общий уровень камерный, один объект еще обсудим, который здесь тоже очень легко обсуждается, а именно понятие касательного пространства. Вот поверхность. Ну, как вот ее обычно люди представляют. Как нам объяснить, что такое касательная плоскость? Или касательная пространство? Ну, можно всегда касательная пространство, потому что плоскость отличается от касательной пространства, потому что ее приделали в точечку. Вот. Значит, вот мне надо объяснить, какие вектора касаются. И вот этот вопрос тонкий, потому что, ну а что такое касательное? Это же не из окружности касательное определять. Да? Поверхность, она там, ну, не тонкость всей. Мы знаем касательное графику функции. График функции отличная одномерная поверхность. Вот. А тем не менее касательная там она может и пересекать сколько хочешь раз. И вообще это, так сказать, скорее какое-то такое. Вот в чем более-менее все согласно, что это интуитивно ясно, ясно, что вектор скорости касается кривой. Ясно, что вектор скорости это ровно движение по касательной той траектории, которую выписывает ваше движение. Вот с этим, вот это вот считается отправной точкой. Вот это наглядно и очевидно. Поэтому мы верим, что если мы взяли кривую, то вектор скорости вот ее касается. И именно от этого мы стартуем в определении касательных векторов для поверхности в данной точке. А именно мы будем проводить, возьмем точку P, будем проводить здесь кривую. Что значит мы будем проводить кривую гамма T? Это значит, что вот у нас поверхность данных от R от U и V, да, где U и V бегают, ну, локально вокруг этой точки P, бегают по R2, по какой-то области V большой, R2. И мы задаем U от T в R от T. Непрерывно дифференцированную функцию. А T бегает по
там, скажем, от минус 1 до 1, и в точке 0 мы как раз попадаем в точку P. То есть мы по ИТ равно 0, гамма от 0, это как раз точка P. Вот мы задали кривую на поверхности. Теперь, смотрите, что. Мы хотим, значит, сказать следующее. Мы хотим объявить, что вектор V, который гамма с точкой 0, это касательный вектор по определению. Значит, вот это называется касательный вектор. А множество всех таких векторов, таких, что найдется кривая гамма, вот так вот, как я сказал, гамма, да, значит, такая, что гамма с точкой в нуле, ну, с точки P, да, то есть это V, мы назовем касательную плоскость. Это должно вас сильно пугать, такое определение. Мы решили одну проблему на разности касания, но зато приобрели кучу других проблем. Например, банально непонятно, это вообще что за множество такое-то линейное пространство получилось. Или это какой-то козюк, по которому не ясно, что это. Значит, вот утверждение состоит в том, что это линейное пространство. Причем не просто линейное пространство, а это, значит, линейное пространство размерности 2. То есть на самом деле все окей. Это действительно плоскость. И действительно, естественно, считать, что в этой плоскости, ну вот она касается. В том смысле, что любой вектор, взятый в этой плоскости, он вектор скорости для некоторой кривой, лежащей в этой поверхности. Как это доказать? Значит, это тоже очень банальное утверждение на самом деле. Вот дальше сейчас я картинку нарисую. Значит, вот у нас с вами поверхность. Поверхность рисуется как x от u v, y от u v, z от u v. А u и v бегают вот здесь. Вот у нас двумерная плоскость u и v. Здесь область v большая. И вот здесь бегают параметры u и v. Правильно? Значит, вот мы точку пойдем. То есть показать. Что мы хотим проверить? Значит, мы хотим проверить, что это линейное пространство. Значит, что мы хотим взять? Мы хотим взять два таких вектора. Да? Вектор V1, V2, из этого ПТПН2. И проверить, что для чисел альфа1, V1 плюс альфа2, V2, это тоже принадлежит новый вектор, тоже принадлежит ТПН2. Правда? Научимся это делать, вот, ну и проверим, что пространство линейное. А как мы можем проверить? Производная линейная операция. Ну, смотрите, мы должны здесь нашим определением, значит, что надо сделать? Кривую определить, правильно? Для которой это будет вектор скорости. Согласны? Хорошо, а давайте мы тогда посчитаем, а что же такое гамма с точкой? Что же это за зверь такой? Что такое вообще гамма с точкой в нуле? Ну это вот что такое. Значит, это надо взять x от u от t v от t, y от u от t v от t, правильно? z от u от t v от t. И посчитать d по dt. Ну и потом 0 по dt. Согласны? Ну считаем. Это сложные функции. Правда? Поэтому когда я начну считать, что это будет? dx по dv на u с точкой. Плюс dx по dv на v с точкой. dy по dv на u с точкой. Плюс dy по dv на v с точкой. А кто такие dx по dv, dy по dv и так далее? Это помните те самые строчки, вот мы ранг писали, что ранг равен 2.
Значит, на самом деле, вот я, давайте введу обозначение. Вот я ПДУ, это как раз ДХ ПДУ, ДИГИ ПДУ, ДЗ ПДУ. И аналогично берем вот это. И смотрите, что получается, что гамма с точкой, это вот что такое. Это U с точкой в нуле умножить на DF по DU в точке P. Ну, я P условно, это соответствующих U и V, чтобы получить точку F, правильно? Плюс V с точки в нуле на DF по DV в точке P. Согласны? Да. Хорошо. Значит, гамма с точкой в нуле. Это что ж такое? Это линейная комбинация двух вот этих векторов. ДФ по ДУ и ДФ по ДВ. Правильно? То есть вот есть два вектора. Эти векторы, кстати, тоже являются векторами скоростей. Для каких кривых? Вот какую кривую надо взять вот в этих координатах, чтобы проверить, что ДФ по ДВ, по ДУ в точке П, это гамма с точкой в нуле. Какую надо взять у от Т в от Т? Ну, Т плюс там вот то самое умножитель, которое попадет, чтобы попасть в правильную точку. Да, и здесь умножитель, чтобы попасть в точку П. Понятно, да? Точка П это не 0,0 обязательно, это какая-то там умножитель. Все понимают? Хорошо. Точно так же легко получить ДФ по ДВ. Все лежат в нашем пространстве, правильно? Хорошо, а если я вам скажу, ну да, здесь любые числа, хочу теперь, чтобы нет были вектора, так сказать, гаммы с точки, а вот можете мне придумать кривую, чтобы для любых, вот альфа 1, просто альфа ДФ по ДУ, плюс бета ДФ по ДВ было. Какие надо взять кривую там в координатах У и В? Альфа Т плюс У0. Альфа Т плюс У0, бета Т плюс У0, правильно? То есть здесь это просто прямая, проходящая под вектор, как вектор альфа-бета. Правильно? Значит, у вас получается, что вот вы берете там прямую, а отображение здесь рисует что будет? Прямую, а этот вектор направляющий становится касательным вектором. Понимаете? И вот теперь смотрите, какая штука. Получилось, что любой из таких векторов является чем? Вектором скорости. И любой вектор скорости имеет такой вид. Значит, что мы доказали? Что ТПМ это что такое? Это линейная оболочка двух фиксированных векторов. А по условию это вектора у нас не коллинеарные. Это как раз тот самый ранг ранг. Значит, мы получили, что это двумерное пространство линейное. Понятно? Так, поднимите руку, кто понял. Вот. Почти все. Почти, как вы знаете, это очень опасное слово. А, значит, вот, ну, знаете, еще раз, идея очень простая. Мы просто взяли и явно проверили, что такое гамма с точкой. Да, что такое вектор скорости? И оказалось, что это линейная комбинация двух фиксированных векторов. Причем мы для любой, например, заданной линейной комбинации, можем определить кривую, для которой это будет вектор скорости. Просто выбрав координатку и в прямую соответствующую. Понятно? Значит, когда мы отобразили, мы там получили что? Что у нас в касательном пространстве лежат любые линейные комбинации двух фиксированных векторов, не коллинярных. Значит, наше пространство это как раз что? Двумерная плоскость. Вот. Вот у нас возник объект. Гладкая двумерная поверхность и к ней касательное пространство. Двумерная такая плоскость. Правда? Что нужно сделать, чтобы теперь вместо этого объявить камерную гладкую поверхность? Ничего. В этих определениях цифру 2 заменить на букву К. Понятно? Теми естественными изменениями, которые должны произойти. Естественно, график функции это будет соответствующий там, да, задаваться. Соответственно, там будет не одна функция, а несколько функций. И вот хорошим упражнением до следующего раза
состоит взять и самостоятельно, глядя вот на это, все то, что реально должно быть, я надеюсь, более-менее понятно, сформулировать определение гладкой камерной поверхности и касательным пространством к этой поверхности. Вот попробуйте это сделать, не заглядывая в книжечки, а апеллируя только вот тем, что вы здесь услышали. Вы поймете, что в общем будет много чего осознать. Значит, вот упражнение, как это, обобщить. Знаете, как научные исследования, они бывают прорывные, а бывают обобщающие. Вот у нас это будет обобщающе. Вот. Ну а в следующий раз мы с вами это проговорим и дальше передадим определение, ну, дадим очень простую иллюстрацию этого всего дела, хорошую иллюстрацию, связанную с условным экстремом, что как это может работать очень просто. Термин. А потом дадим определение многообразия, оно будет уже такое, что вы почувствовали, что наука не занимается. А потом, когда осознаем это определение многообразия, один шаг теоремы Уитни, и мы вернемся обратно на гладкие поверхности, которые после определения многообразия будут казаться вам детским детским уже. Вот. И на этом, так сказать, первая часть истории. Может быть, еще поговорим о том, как конструировать многообразие разными способами, что можно делать. Все на сегодня. Дальше прием задачи. А можно вопрос, а теорема Уитни будет только для компактного? Ну, естественно, что мы же здесь просто можно хуже тогда читать отдельно, чтобы его вообще просто где доказывают для компактного, для некомпактного? Слушайте, ну там, да, нет, но у меня был менее общий вариант книжки Протасова. А комбинаторные ответы были еще положены, что такое. Там, по-моему, это не все, это там вообще. Но там даже не просто вложили, но не компактно, но уже здесь.